Я еще никому не говорил, это пока что секрет. Вот в этой маленькой закрытой консервной банке с людьми, которые бухают постоянно. Так что это вот первый опасный момент. А второй опасный момент, это, конечно... Поскользнулись и въехали в грузовик. А вот, типа, дальше у нас начались приключения. Какой на текущий момент самый стрёмный участок всего этого путешествия? Вот это место прям вот бьет все. Крутой, наверное, проект будет. Это очень крутой проект. Там больше 20 миллионов рублей. Это интервью мы записали еще в январе, именно поэтому там на фоне милая новогодняя елочка и гирлянды, но все это время нам нельзя было рассказывать о проекте, о котором нам рассказал Сергей Доли. И вот буквально на днях эмбарго спало, и мы наконец-то в числе первых можем рассказать об этом интересном, уникальном, действительно мирового масштаба проекте. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Ну вот я еще никому не говорил, это пока что там, ну не то что секрет, я скоро об этом, наверное, начну говорить, но у меня в этом году планируется очень большое путешествие. Я собираюсь объехать вокруг света на машине за 70 дней. Почему не за 80? Потому что Филлис Фокс объехал за 80, я являюсь амбассадором Land Rover, Land Rover в этом году 70 лет. И мы хотим таким образом отпраздновать 70-летие Land Rover. Я на новых Discovery 5 объеду все 6 континентов. Мы стартуем из Москвы, доедем до Сингапура, перелетаем в Австралию, переезжаем всю Австралию, перелетаем в Южную Америку, в Сантьяго, это Чили. И едем вверх до Перу, и потом из Панамы до Нью-Йорка, и перелетаем в Африку, в Касабланку, и уже возвращаемся в Москву. Через Европу? Через Европу, да. Я просто пытаюсь вспомнить, был ли у кого-то подобный опыт именно на автомобиле? Есть люди, которые объезжали мир на автомобилях, но обычно это происходит в течение нескольких лет. То есть очень мало кто делает это за один раз. То есть что делают люди? То есть он проехал кусок Европы, допустим, все, вернулся домой, полгода прошло, он возвращается на то место, где он закончил, начинает ехать дальше. То есть, и таким образом, с составными частями люди мир объезжают. Так, чтобы сел и объехал вокруг, тоже такое было, но вот последний раз наши ребята российские это сделали за 373 дня. То есть, как бы, они ехали больше года, а я хочу это сделать за чуть больше, чем 2 месяца. А какая средняя скорость тогда должна быть? Ну, скажем так, в среднем в день надо проезжать где-то от 700 до 1200 километров. Каждый день в течение 2 месяца это очень тяжело. Я помню, я ехал как-то по России, у нас было большое путешествие. Мы в 2014 году, представьте себе, карта России, вы подошли к ней и на всю карту написали слово «Россия». Да, GPS-трекером. И вот мы GPS-трекером 22 тысячи километров за 60 дней мы проехали. Сейчас нам надо проехать практически 40 тысяч километров за 70 дней. То есть не намного больше по времени, но намного больше по расстоянию. Я помню, что тогда под конец поездки мы уже все настолько измучились. Поэтому в этот раз у меня люди будут меняться от континента к континенту. Я понимаю, что вряд ли кто-то... А ты будешь все это время Я находить? Буду все время Но не ехать. За рулем? За рулем, конечно. Понятно, что по 2 человека в машине, и все должны рулить. И если я буду уставать, то кто-то будет садиться вместо меня. Но обычно я себя знаю, то есть я могу рано утром встал и ехать. Я однажды доехал из Мурманска до Москвы за 23 часа один в машине без перерыва, а это 2000 километров. То есть, как бы я выехал в 4 утра и в 3 ночи приехал. Когда старт этого проекта? В июне, в середине июня. И в середине августа закончим. Какой на текущий момент самый стрёмный участок всего этого путешествия, в котором мало уверенности? Если мы говорим про участки, то их 2. Первый – это Азия, от въезда в Китай. Для того, чтобы проехать через Китай на машине, это просто такая головная боль. Потому что там нужно минимум день провести на границе, когда въезжаешь в Китай, потому что ты должен получить номера на машину, ты должен получить права. Права китайские, тебе дадут гида, который будет с тобой ехать через весь Китай в твоей машине и говорить, куда можно ехать, куда нельзя. И дальше у нас Лаос, Таиланд и Малайзия с Сингапуром. Во многих странах мира существует система, которая называется «Карнет де пассаж». Вы не можете въехать в эту страну на своей машине, не заплатив практически полную стоимость этого автомобиля на таможне. Это делается для того, чтобы вы его не продали без налогов и не уехали из страны. Соответственно,
надо либо въезжая в страну оставлять полную стоимость автомобиля, а мы понимаем, что каждый Land Rover Discovery стоит там 5 миллионов рублей. То есть как бы на границе каждого государства оставлять по 10 миллионов рублей, это как-то чуть-чуть расточительно. Либо можно оформить вот этот Carnet de Passage, это такая типа страховка. То есть вы оставляете французской страховой компании залог за свой автомобиль, а она выдает вам документы, которые гарантируют, что если вы не выйдете, она эту страховку выплатит той стране, из которой вы не выехали. Так что это вот первый опасный момент. А второй опасный момент — это, конечно, Центральная Америка, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа. Просто из-за уровня криминализма. Да, именно криминала, да. Потому что сейчас нам Land Rover не хочет пока подтверждать этот участок. А если как-то по джунглям там, нет? Land Rover была как-то экспедиция, они решили, люди на Land Rover впервые проехали от самого севера Северной Америки до самого юга Южной Америки. Дело в том, что сейчас до сих пор нету куска дороги длиной 200 километров между Южной и Северной Америкой. То есть нельзя сесть на машину и проехать из Южной Америки в Северную. Там 200 километров между Панамой и Колумбией, джунгли непроходимые, куча рек, сельва, болото. Ребята решили на Land Rover проехать. Они эти 200 километров ехали 100 дней. Им с вертолетов сбрасывали топливо, еду, для того, чтобы они там просто рубились через джунгли на машинах, но они проехали. Но суть не в этом. Я когда читал их отчет, они говорят, до вот этого, Дербентский пробел называется, до него, говорит, мы доехали без проблем. Ну, говорит, один раз мы говорит, на дороге Канады было скользко, мы там типа подскользнулись и въехали в грузовик, и еще раз нас обстреляли в Никарагуа, но ни в кого не попали. Так что, знаешь, и дальше, а вот типа дальше у нас начались приключения, и поэтому я сейчас, конечно, думаю о том, как мы там проедем. Я заложил там по 300 километров в день, как бы от одной страны до другой. А вот этот участок же до сих пор не создан? Тот участок мы будем облетать. Да, там, естественно, мы не пойдем, да. Крутой, наверное, проект будет. Это очень крутой проект, я очень надеюсь, что он будет успешным, в том числе финансово. Мы ищем партнеров, потому что проект безумно дорогой. Land Rover не окупает этот проект, не инвестирует 100%. Нет, там больше 20 миллионов рублей, то есть объехать земной шар. Понятно, что это очень много даже для такого проекта. Поэтому у нас будут партнеры, и это будут достаточно известные большие крупные компании. Многие из них уже заинтересовались и согласились. Кто будет снимать, монтировать и выкладывать это все? Будет команда ехать вместе? Значит, вместе со мной будет ехать видеооператор. У нас будет 4 человека. Буду я снимать, будет ехать в соседней машине видеооператор. Каждый день мы это будем все заливать сюда, в Москву. Здесь это будет монтироваться, и каждый день будут видеоотчеты на YouTube-канале выкладываться и так далее. Плюс штаб-квартира Land Rover хочет вообще отправить с нами еще третью машину с английской съемочной группой, которая будет снимать фильм о нашем путешествии для глобального Land Rover на английском языке. У меня в 2014-2015 году, по-моему, остановилось сердце, попал к врачу в реанимацию, и врач сказал, что мне надо похудеть. И врач мне переключил мозги, и можно сказать, что вот мое следующее похудение, когда я похудел на 45 килограммов, оно было больше психологическим. То есть это не какая-то диета, которой я придерживался. Изменился образ жизни. И с помощью этого совершенно элементарно у меня уходило в среднем по 6-7 килограммов в месяц. Я похудел за 7 месяцев на 45 килограммов. Недавно я набрал обратно 15 килограммов и за 3 месяца опять их сбросил. Теми же самыми психологическими способами. То есть сейчас я опять набрал пятнашку. То есть у меня опять лишний вес. Я сейчас буду опять сбрасывать. То есть я хочу своим примером доказать, что сбросить вес легко, если найти правильный подход. И мне кажется, я нашел золотой ключ, то есть как переключать мозги. Потому что мне, например, это очень сложно, потому что я запойный человек. Я очень сильно увлекающийся, да. То есть если я начал есть торт, то я не ограничусь одним куском. Я сожру весь торт, пока он не закончится. Это знакомо. Можешь в 5 там предложениях концепцию диеты рассказать? Как я уже сказал, диеты нет. Подход изменить психологию. То есть очень много мелких хитростей, которые помогают нам есть меньше. Если мы говорим в двух словах, есть два типа диет. Первые диеты просто говорят вам, что есть в понедельник на утро, обед, вечер. Вторые диеты говорят, вы ешьте, допустим, белки, не ешьте углеводы. Или ешьте помидоры, не ешьте огурцы. И те, и другие разными способами достигают одной и той же цели. Они пытаются ограничить количество калорий, которые вы потребляете в день. Соответственно, все, что вам нужно делать, первое и самое важное, это считать калории. То есть нужно поставить приложение в телефон и
Каждый, вот съели вы бараночку или там орешек, миндалинку съели, записали. Пусть она весит 2 грамма, вы ее записали. И тогда вы увидите, как много вы едите лишней еды в течение дня, той, которую есть вам не надо. И дальше куча мелких хитростей. Например, есть только сидя. Очень много, что мы съедаем, вот, проходя мимо, схватил там конфетку или яблоко съел. Допустим, есть надо маленькими приборами из маленьких тарелок. Как только вы уменьшите размер тарелки у себя дома, вы увидите, что вы станете есть меньше. То есть есть многие хитрости, которые абсолютно вы даже не заметите. Просто если вы станете делать таким образом, вы не почувствуете никакого дискомфорта, а при этом начнете потреблять меньше калорий и начнете худеть. Ну, это очень похоже на то, что недавно рассказывал Тёма Лебедев, который презентовал свою авторскую диету. Знаешь, да? Нет, я не знаю. Знаешь? Ну, Тёма, я знаю. Она состоит из 3 слов. Так. Нужно меньше жрать. Неважно, как какой-то продукт попадет в унитаз. Или ты его выкинешь туда, или он выйдет как-то другим способом. Это то, о чем я говорю в своих видео. У тебя с ним хорошие отношения? Да, очень хорошие. А вы ездили в экспедицию, у вас были какие-то бизнес-проекты вместе? Бизнес-проектов не было, но мы не раз ездили в экспедиции, да. Первый раз мы с ним поехали в Певек до Чукотки. Мы ехали месяц в автомобиле, на улице было от минус 40 до минус 50, мы спали в автомобиле, ели, то есть мы 24 часа проводили вместе вдвоем вот в этой маленькой закрытой консервной банке, как в космическом корабле, и ни разу у нас никаких конфликтов не было. После этого мы ездили вместе на Южный полюс и еще в несколько мест. Тёма Лебедев очень приятный человек в общении. В блоге он выглядит таким монстром, который все ненавидит и все ругает и хулит, но в жизни это абсолютный душка, очень умный, интеллигентный человек, с кем очень приятно беседовать на любые темы, он очень много что знает. Но в жизни много матерится, да, тоже? Нет, в жизни вообще не матерится. Ну, практически не матерится. Но были какие-то маты у вас на Чукотке? Ну, конечно, были. Куда без них. Но не друг на друга, а просто в речи. Тёма матерится в жизни очень редко и только по делу. То есть у него, знаете, как многие используют матерные слова, как слова-паразиты, просто перемежать свою речь. У Тёмы такого нет. Он, если просто о чем-то говорит конкретно, вот он тогда это слово говорит. Когда ты начал худеть, ты отказался полностью от алкоголя и не пьешь до сих пор уже... Ну, уже 3 года. Ты закрыл свой проект «Долька-бар», который просуществовал в Москве. Да, ресторан, 5 лет. Основная причина была следующая, что в начале, когда я его открыл, я еще выпивал. Мне это очень нравилось. Я каждый день проводил, каждый вечер проводил в ресторане, когда был в Москве. Потому что я пил, приходили друзья, вечная тусовка, веселая компания, я от этого тащился. А после того, как я пить перестал, ну, мне стало как-то немножечко грустновато, честно говоря, сидеть с людьми, которые бухают постоянно. Я стал приходить в ресторан все меньше, меньше и меньше. В последний год я, если раз в месяц там появлялся, это уже было хорошо. Иногда я появлялся и реже, чем раз в месяц. И просто я понял, что ну, мне это не нужно. То есть зачем вот есть такая штука, которую надо тянуть, и, потому что ресторан — это такой бизнес, которым нужно заниматься каждый день. То есть ты каждый день должен присутствовать там, потому что, во-первых, воровство, во-вторых, для того, чтобы людям нравилось, все должно быть вкусно, соответственно, ты должен постоянно контролировать работу всего ресторана. Ну, то есть результаты тоже снижались? Да, результаты начали снижаться. То есть если вначале он очень активно окупался и был очень прибыльным, то под конец он вышел в ноль, а дальше он даже начал требовать каких-то инвестиций. Я их сначала сделал в надежде, что удастся все-таки как-то вырулить дальше, но, честно говоря, не видел смысла дальше этим заниматься. То есть на Новый год тоже не... Капли. Со стаканом воды, конечно. Я, знаете, несколько раз бросал курить, и вот иногда там не куришь 2 года, 3 года, потом раз сделал затяжку по пьяни где-нибудь на вечеринке, и все, через месяц пачку в день стабильно. Поэтому, зная себя, завязал так завязал. С чем еще пришлось расстаться? С друзьями? Только с алкоголем. Все остальное, да, была где-то в течение года, была, наверное, депрессия какая-то, то есть, потому что... Организму этого не хватало, а потом организм перестроился, понял, что ну ладно, больше алкоголя не будет, давай так веселиться, и опять поперло. И то есть на совместных встречах каких-то, где все пьют? Все, я вообще спокойно абсолютно сижу, не испытываю никакого дискомфорта и веселюсь еще больше, чем остальные. И на утро голова не болит? Абсолютно. Я посмотрел твой прайс, там много соцсетей, и в частности есть Одноклассники. Кто-то покупает посты на Одноклассниках за 3000? Если раньше приходили только за ЖЖ, сейчас приходят за ЖЖ, Ютубом и Инстаграмом. Все остальное, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, они докупают оптом. То есть если они хотят
сделать везде, сразу все купить, весь пакет, то они как бы за те 3000 докупают. Ну так, чтобы кто-то пришел и сказал, можете мне отдельно одноклассники продать, такого нет. Ну, может, там продавцы палочек для скандинавской ходьбы, там вот аудитория, мне кажется, в одноклассниках сидит. Может быть, но как бы я не знаю, то есть это как бы мелко слишком. У тебя в профиле на Инстаграме написано, что ты сейчас активно мигрируешь в Инстаграм, собственно, и в YouTube. Да. Почему так поздно в другие соцсети пошел? Потому что сейчас там безумная конкуренция. Почему так поздно? Потому что я до конца верил в ЖЖ. Я до конца был уверен, что все хорошо. И сейчас люди обещали, что сейчас они там пришли новые люди в руководство, что сейчас они что-то изменят, но мы видим, что ничего не меняется. Я вижу по посещаемости, по комментариям, по всему, что, к сожалению, посты в ЖЖ, ну, мне не доставляют уже той радости, которую доставляли раньше, так скажем. Что касается Инстаграма, то да, мне гораздо больше нравится этот формат, потому что, во-первых, он значительно быстрее, он занимает меньше времени. Если пост в ЖЖ — это 40 фотографий с описаниями, это минимум 2 часа, то Инстаграм — это ты проснулся, взял какую-нибудь фоточку красивую из путешествия, вспомнил какую-нибудь историю с ней связанную, написал, и все, и всем интересно. Тем более сейчас можно не одну фоточку, там, а 10 уже разместить в одном посте. Все с удовольствием смотрят, комментируют. У меня очень живой Инстаграм с живой аудиторией, которая реально как-то общается. Да, может быть, 100 тысяч — это ни о чем по сегодняшним меркам, но меня как бы это вполне устраивает, потому что мне это нужно там для души. Как бизнес это, конечно, ни о чем. А туда не идут сейчас пока рекламодатели? Идут, но не сильно. Основное вообще сейчас для меня потихонечку становится, это скорее фототуры, которые я набираю. Если я еду куда-то, я набираю группу и говорю, ребята, кто хочет со мной, да, то есть мы совместно с National Geographic, журналом московским, создали туроператора, который называется «Поехали.клуб». Например, недавно были на Мальдивах, через 2 недели мы уезжаем в Эфиопию, в апреле у нас Фарерские острова запланированы. Вот это деньги приносит. Плюс какие-то большие личные проекты, типа как вот «Вокруг света». Из-за этого бизнес не просел, вот когда с ЖЖ ушли люди, ты в этот момент еще не создал другую платформу? Да, безусловно, просел, то есть, безусловно, да, то есть с точки зрения финансов денег стало меньше с рекламы в блогах. Может, у меня. Может, в процентах назовешь, там, 50%? Ну, не знаю, сложно сказать. Ну, может быть, да, в 2 раза. Существенно, да. Поэтому я сейчас больше думаю о том, чтобы вот делать какие-то туры. Мне, честно говоря, немножко надоело быть блогером. Я подустал жить нараспашку и писать обо всем. То есть менеджером захотелось и много, да. Можно же платить блогерам, которые будут делать твою работу. Ну да, но, как показывает практика, это получается некачественно, и люди это сразу чувствуют. Блогерство — это самозанятость, вот 100%. Да, то есть либо ты это делаешь сам, и людям это нравится, и они смотрят это, либо если ты поручаешь это кому-то, то, ну... Ну, то есть империю здесь не построишь, а ты хотел бы это сделать? У меня были в свое время такие желания построить медиа-империю. Потом я понял, что все-таки, наверное, не хочу сейчас возвращаться в бизнес. Я там уже был, мне не очень туда хочется. Мне нравится быть на вольных хлебах, вольным художником, а не... потому что, ну, бизнес — это рабство. То есть ты становишься рабом своего предприятия, ты все время туда тратишь всю свою энергию и так далее. Мне нравится сейчас быть свободным человеком. Пусть бедным, но свободным. Ну, не настолько бедным, чтобы не позволить себе круиз в Панаме. Ну, да, безусловно, не настолько. Я ожидаю эти комментарии зрителей, бедный Сергей Доля, который на Мальдивах отдыхает. Не, я признаю, что в последнее время я иногда перестал ставить тег реклама, когда пост, ну, очень сильно подходит ко мне по тематике. То есть, если это прям моя тема, то какая разница, людям заплатили там мне за это или не заплатили. Но если ты ставишь в начале рекламу, они сразу это воспринимают как какой-то обман, хотя, ну, на самом деле, допустим, пригласили меня куда-то там в, я не знаю, там, в какой-нибудь шикарный отель, и я написал об этом отеле. Он так и так шикарный, независимо от того, заплатили мне за это или не заплатили. То есть я бы так и так написал все то же самое, что я пишу. То есть я никогда не кривлю душой. Ставишь тег реклама, все сразу как бы воспринимают это по-другому. Это раз. А два, ну, очень сложно оставаться рыцарем в белом, когда все вокруг ходят в черном, да. То есть в интернет, если мы посмотрим, вокруг никто, кроме там нескольких человек, там нас на белых конях, не ставит тег реклама и
это абсолютно как бы уже нормально и естественно воспринимается. То есть зрители сами должны догадываться? Да. Был ли проект за поездку, например, который тебе заплатили, но ты бы и так поехал? Да, конечно, очень много таких. Ну, вот из последнего что-нибудь. Где тебе заплатили, но ты бы и так с удовольствием поехал и написал бы точно такой же классный пост. Ну, вот одно из последних — Корея, например. То есть я ездил в Корею на обследование. То есть я делал чекап медицинский. Прям я бы и так поехал, потому что там шикарнейшая клиника. А просто по высшему разряду делают... чекап, мне этот чекап просто, ну, как бы не помешает. Любому человеку не помешает полностью пройти там чекап организма. И ничего плохого про них написать. То, что мне там не понравилось, я абсолютно честно написал в посте, что вот там, да, были какие-то моменты, которые мне там не очень понравились. В целом, конечно, уровень абсолютно впечатляющий. Южная Корея сейчас, вы знаете, считается самой технологически продвинутой страной. США на 6-м месте, а Южная Корея на 1-м. То есть Южная Корея сейчас вообще впереди планеты всей. Кого ты смотришь на YouTube? Я вообще никого не смотрю и не читаю. То есть, несмотря на то, что я живу в социальных сетях, но я живу там как писатель, как создатель контента, а не как его потребитель. То есть новости вообще ты потребляешь не из социальных сетей? Нет, мне приходит рассылка от Медузы раз в вечер на почту. Еще есть The Bell, называется, тоже рассылка. Они тоже присылают утром, вечером, немножечко в другом формате. Тоже какие-то наши делают рассылку. Ну и тоже там очень простым языком. Сначала главная новость, и потом, а что это значит для меня? Мне вот этого вполне достаточно, я другим ничем не пользуюсь. Назови трех лучших фотографов в России. Очень сложно. Если мы говорим про фотографов, то я сюда про лучших фотографов. Я бы назвал Андрея Каменева. Это шеф-фотограф National Geographic в России. Я бы сюда назвал Сергея Горшкова. Сергей Горшков, наверное, самый признанный наш фотограф. Медведи, лис и так далее. Если вы где-нибудь видели, там вот как у Шпеленка есть лис и медведи, вот так же и Горшков снимает лис, медведи и леопардов. В свое время у него было очень много проектов. И сейчас он, наверное... ну, главный фотограф живой природы в России. Если говорить, кто мне еще нравится, мне очень нравится Саша Петросян. Он работает совершенно в другом жанре. Александр Петросян, питерский фотограф, который снимает именно в жанре городская съемка. То есть он ходит по улицам, он находит таких персонажей колоритных. Он то, что называется стрит-фотография, когда он умудряется в одном кадре совместить сразу там 10 сюжетов, каждый, который работает гармонично относительно друг друга. Давай поговорим о путешествиях снова. Самое охренительное место на Земле, по твоему мнению. Можно топ-3, но лучше одно. Ты знаешь, невозможно выбрать. Все места разные, все места охренительные. То есть вот нельзя сказать, что вот это место прям вот бьет все. Потому что каждая культура, каждое место имеет свою культуру. Оно хорошо чем-то по-своему. То есть кому-то это место нравится больше, кому-то меньше. То есть, допустим, есть люди, которые там ненавидят Индию, типа меня. Есть люди, которые обожают Индию. Почему? Почему я ненавижу Индию? Ну, блин, потому что это грязь абсолютно... Вся страна? Полная дизентерия, да. Дезорганизация абсолютная. То есть я все-таки больше, наверное, человек немецкого склада. То есть мне важно, чтобы все было четко, вот, понятно и по правилам. Вот я вот только что вернулся из Антарктиды. Мне очень нравится в Антарктиде. Я там третий раз. Я считаю, что это охрененное место на Земле, куда очень сложно и дорого попасть. Но если уж ты туда попал, ты чувствуешь, что ты на другой планете. По-моему, это как Индия. Ну, неправда. Там все очень, очень зарегламентировано. Очень зарегламентировано. Там вот не выйдешь из лагеря и не пойдешь вот там, куда хочешь. Потому что там куча трещин под снегом, когда ты можешь провалиться и умереть. Те люди, которые тебя привезли в Антарктиду, ты сам же туда не прилетаешь, да, ты прилетаешь через кого-то. Они очень жестко регламентируют, куда ты можешь пойти, куда не можешь. То есть ты, когда соглашаешься с тем, что ты через них летишь в Антарктиду, ты подписываешь несколько бумажек о том, что ты будешь, как в армии, беспрекословно слушаться их приказов. Какие там правила основные? Ну, одно из самых таких значительных правил, что нельзя писать на снег. Каждый, кто прилетает в Антарктиду, он должен привезти с собой 3 бутылочки. То есть 2 там термос для горячего питья, бутылочку для холодного питья и ночную бутылочку, чтобы из палатки не выходить. И с утра эту бутылочку есть отдельно взятый, ну, есть такой специальный контейнер, куда нужно все это
это сливать. И они потом все это на самолетах вывозят на материк. То есть ничего не должно оставаться в Антарктиде. Да, если уж тебе по-большому приспичило, ты бежишь в туалет. Просто, чтобы ночью не вылезать из палатки, ну, там нормальные туалеты, там они работают не так, как у нас. То есть ты когда заходишь, там два туалета. То есть сначала писсуар отдельно стоит и отдельно стоит, грубо говоря, туалет, где висит мусорный мешок, куда все и происходит. Соответственно, ты заходишь, сначала пользуешься писсуаром, потом садишься туда, и все это вместе вывозится из Антарктиды. Вот так люди становятся ближе. По ночам просто баночки стоят. Да, ты живешь в палатке, ты живешь же по двое, то есть, и у каждого баночка, если надо, встал, пожурчал. Нельзя никуда ходить самостоятельно, весь лагерь огорожен красными флажками. Если ты хочешь погулять, у них есть, допустим, рядом с лагерем специальная 10-километровая дорожка для прогулок. То есть, это дорога, которую они проверили, у них есть специальные радары, которые ищут трещины. Они прошли с радаром, убедились, что вот на этой дорожке нет нигде трещин, куда ты можешь провалиться, разметили ее точно так же флажками, и, пожалуйста, можешь пойти гулять, либо пойти на велосипеде. Там есть велосипеды с фэтбайкс, то, что называется, с толстыми колесами. Но прежде чем выйти куда-то из лагеря, ты должен обязательно зайти в коммуникационную будку, записаться. Там есть специальная стена, на которой ты пишешь свое имя, пишешь, куда ушел, во сколько ушел и во сколько вернешься. Тебе выдают рацию, и только тогда ты можешь покинуть лагерь. База должна знать, куда ты ушел и когда ты вернешься. Потому что если ты не вернешься, они должны знать, куда они пойдут тебя искать. То есть основная опасность в Антарктиде, когда ты там живешь, не белые медведи, а трещины. Да, потому что белые медведи на севере и на Северном полюсе, на Южном полюсе их нету. Пингвины людей не атакуют. И более того, там вот, где находится эта база, там вообще нет никакой живности. Потому что она находится на 1000 километров вглубь материка. Река, а Антарктида — это пустыня, то есть там ничего не растет, там нет никакого растения, соответственно, нет никакого корма. Поэтому животные, туда даже птицы не долетают, потому что, ну, им там есть просто нечего, им там делать нечего. А если какой-то конфликт между людьми? Там работает 80 человек на базе на этой, то есть 80 человек персонала. Ну, они как-то конфликт решат. Есть там тюрьма какая-то? Нет, тюрьмы нету. Вы знаете, поездка туда обходится, в ценник начинается от $30,000, но средняя — это $50,000, есть и за $75,000 программы без билета до Пунта-Аренаса. А еще ведь надо до Пунта-Аренаса долететь. Это самый южный город в Чили, что тоже не совсем дешево. Поэтому люди, которые платят такие деньги за поездку, они все-таки вменяемые. Я люблю север. То есть я очень люблю север, то есть начиная там от не нашего севера, это Исландия, Норвегия, Шпицберген, Гренландия. И, конечно, я очень люблю Россию и север России. То есть Чукотка, прям я обалдею, север Якутии, то есть тот же самый Кольский полуостров. Мне очень нравится. Я вот сейчас опять, на Чукотке. Я сегодня смотрел, мне пришел запрос из Анадыря, им нужны какие-то фотографии. Я там с квадрокоптера снимал. Я залез к себе в блог, и я увидел, что у меня 97 постов с тегом Чукотка. То есть столько уже там раз был, и столько о ней написал, и сейчас вот опять собираюсь. В Антарктиду летают ради трех вещей. Первое – это Южный полюс. Вы прилетаете в базовый лагерь, и дальше вы ждете погоду, и как только погода позволяет, вас сажают на другой самолет, на Базлер, такой небольшой самолет, DC, в общем, какой-то старый 60-го года постройки с квадратными еще иллюминаторами, не герметичными. То есть понятно, что там авионика вся заменена и моторы заменены, но сам самолет не герметичный. Поэтому Южный полюс находится на высоте 4 километра, и летишь ты на высоте 5 километров. То есть летишь, если что, там есть кислородные баллоны, потому что, ну, как бы воздух разреженный, можешь подышать. 4 часа лететь от лагеря до Южного полюса, прилетаешь на Южный полюс, 4 часа гуляешь по Южному полюсу, там их два, на самом деле, исторический и географический. И там же находится станция американская Амундсен-Скотт, куда тебе делают экскурсию, ты ходишь, смотришь, как живут американцы на их станции, конечно, это впечатляет, что уж там говорить. После этого ты садишься обратно на самолет и летишь обратно. То есть это вот первый вариант, ради чего люди летят в Антарктиду. Второй вариант – это пингвины. То есть ты прилетаешь сначала в лагерь, потом тебя сажают на другой маленький самолетик и отвозят на побережье, ну, на другое. И там есть тоже маленький лагерь, и там этот лагерь прямо рядом с императорскими пингвинами. Ты живешь, грубо говоря, и вокруг тебя все время бегают эти императорские пингвины. И третье, самое популярное, ради чего люди летят в Антарктиду – это пиквины. То есть есть такая программа, называется «Семь вершин», когда люди пытаются
или не пытаются, а покоряют самую высокую вершину каждого континента. Соответственно, у нас там 6 континентов, 7 вершин. Почему 7 вершин? Потому что там Евразия, это можно считать как один континент, можно как два, и Европу иногда по-разному считают. Иногда говорят, что Монблан самая высокая там гора Европы, иногда говорят, что Эльбрус. Поэтому 7 вершин. И вот есть там пик Винсона, который тоже почти 5 километров. Люди, которые делают эту программу, тоже приезжают в Антарктиду ради того, чтобы залезть на пик Винсона. Планируешь еще вернуться в Антарктиду? Да, с удовольствием вернусь, возможно, в следующем году. Какое ощущение там? Там же бескрайняя ледяная пустыня, ветер, холодище, писаешь в баночку. Просто другая планета. Насчет холодины, там минус 15. При этом все время и днем, и ночью светит солнце, то есть не холодно. Да, когда ветер, неприятно, но, знаете же, сибиряк — это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто правильно одевается. Поэтому, если ты правильно одет, современная экипировка позволяет, вот эта теория слоев позволяет одеться так, что вообще никаких проблем. Ты чувствуешь себя комфортно в любой ситуации. А так, да, конечно, это звенящая абсолютно тишина. То есть, если ветра нет, то нет вообще никаких посторонних шорохов. Да? Вот тот интершум, к которому мы привыкли, ночью еще он не так сильно слышен, хотя ты ночью спишь и слышишь, как собака в соседнем подъезде лает, если что, или кто-то машину заводит. А днем же мы этого не слышим, потому что все время какой-то шум вокруг нас, к которому мы привыкли, и мы даже этого не замечаем. То там ты этого вообще не ощущаешь. То есть ты пытаешься прислушаться, и ты реально чувствуешь звон, потому что нету никаких звуков. Вот и все. Я надеюсь, вам понравилось это интервью. Обязательно поставьте нам побольше лайков, чтобы у нас была мотивация записывать больше крутых интервью с интересными людьми. А теперь конкурс. Все, что нужно сделать, это подписаться на канал French TV. Я надеюсь, вы уже и так давно это сделали. Подписаться на канал Сергея Доли. Там тоже интересно. Ссылочка на него будет в описании. А также написать комментарий под этим видео со своим самым охренительным местом на Земле. Где вам нравится, куда вам постоянно хочется вернуться. И ровно через неделю мы вместе с Сергеем выберем автора наиболее вдохновляющего, интересного комментария, и он получит такой необычный приз. Он сможет выбрать любой город или место вдоль всей экспедиции, куда летом отправится Сергей Доля, и из этого города или места Сергей запишет персональный видеопривет нашему победителю. Вот и все. Подписывайтесь на каналы, и увидимся с вами ровно через неделю. Это French TV. До встречи. Пока.